Привет-привет, мои хорошие! Привет, дорогие друзья! С вами я, Вадим Гадум, и мой бро Рориган. Ребят, сегодня у нас веселый обзорчик новых игрулечек, новых-новых. И это игра, которая называется «Тыкни». Ребят, если вы мои подписчики, тогда ставьте лайки. А если нет, то тогда подписывайтесь, ребят, и ставьте лайки. Давайте наберем 100 лайков этому видео. И у нас задание. Какая капля самая большая? Рориган, какая? Вот это? Да. Ты думаешь? Да. Давай нажмем. Смотри. Надо складывать. А, короче. Сначала до сирени. Смотри, мы сейчас соединим. А, вот так вот. Мы сейчас, может быть, бульк? Бульк? О-о-о, бульк? Ребят, она растет. Она растет, ты знал? Да. Смотри. Бабульк! Вот эта капля! Вот эта капля! Самая здоровезная! А, ребят, как вам такая головоломочка? Тебе нравится, Рори? Да! О, мама мия! Уложите ребенка спать! Блин, так надо выключить свет. А где выключается? Вот. Я удержал на светильнике, и свет потух! Ребят, прикол прикольный! Так, ребят, а тут 7-й левел и спрашивает, сколько очков вы дадите этой игре? Пустая трата времени, я не понял это. Все ок, прекрасно, мне очень понравилось. 8. Ребят, ну давайте прекрасно 8. Поставим. О, смотри, счастливое колесо, ребят. Капитал поля чудес. А как крутить? Сама? Да. Тормози, чувак, тормози. О, какой из них самый тяжелый? О, ребят, это знаете что? Это молот Тора. Да, бог грома. О, смотри. Сейчас глянем, какой быстрее упадет, ребят. Смотрим. А, вот этот тяжелый. Ты видел? Мы их подняли, чтобы проверить, какой из них быстрее упадет. Смотри, сбалансируйте весы. Так они же вроде бы сбалансированы. Нет? А ну-ка. А ну, яблочко. Не, ребят, надо вот так. А грушку сюда. Не-не-не-не, грушку. Годится. А чё? Так, а как, ребят, сбалансировать-то их? О, а, постой. Бжук. И бжик. Сбалансируйте весы. А, мы выимем, наоборот, мы выимем все. Вот, тупик. Так, ребят, у нас одна из девушек смотрит на запад, другая на восток. Они обе могут видеть друг друга. Как это возможно? Ну, как-то... А, я знаю. Вот как, ребят. Ладно, переходим к следующей игрулечке. Знакомьтесь, ребят, Джонни Триггер. Супер спецагент. Джонни, давай, дружище, Джонни, погнали. У нас спецзадание, ребят. Надо победить мафиози бандюганов. В голову, прям в голову. Офигеть, ребят. О! Блин, закончился. А, ты видел, он меня убил. У меня патроны, ребят, закончились. Перезапуск. Давай, Джонни, дружище. Погнали. Стреляем. И... О, блин, обратно промазал. Это провал, друзья. Так, ребят, ну дубль 3 уже. Неужели я и сейчас промажу? Ух, нет, ребят. А, можно было в бочку стрельнуть, и они все развалились. Вадик. Голова два уха. Так, ребят, у меня новый костюм появился. Офигеть, я в бронежилете каком-то. А, ого. Блин, меня прикончат. Ни, а чё они меня не убили, ребят? Фух. Офигеть, ребят. Далее, я могу далее даже. А потому что я в костюме, да? Реально, может, в крутом костюме, поэтому... О, класс! О, офигеть, ребят! Вот это да! О, лучший приз! Бабосика мне подкинул, чувак! Так, ребят, следующая игрулечка. Escape Master. Короче, я так понимаю, это побег из тюрьмы. Такой интересненький. Давайте посмотрим, что же надо делать. Так, смотрите, это тюрьма, ребят. И это заключенный. И нам нужно помочь выбраться ему из тюрьмы. Роем туннель. Ого, смотри, он убегает. А тут ждут его пацаны на машине. Прикол.
Тарам-пам-пам, парам-пам-пам. Смотри, смотри, зэчки танцуют. Ха-ха-ха. Так, куда они, ребят, будут убегать? О, смотри, куда они убегают. Тык-тык-тык-тык-тык. Ого, это что, ихний дом? Ребят, надо строить им домину. Ого, крутой штаб бандитов. Прикольно. Так, ребят, построили, короче, небольшой домик. Вот такой вот себе. Двухэтажненький, с балкончиком. Прикол прикольный. Так, ребят, что у нас здесь? Ага, надо вот прорыть до вот этого чувака. Ух ты! Это что такое? Бомба или что? Это перстни какие-то. Так, так, смотри, пацаны вылазят. Побег из тюрьмы. Прикольный, кстати, побег, да? Мне нравится, ребят. Игрулечка такая, неплохая. Тыч-тыч-тыч-тыч. Так, ну что, продолжаем. Погнали. Так, ребят, у нас следующий левел. И погнали. Ой, стой-стой-стой. Блин, ребят. Чувак теперь не заберет. А, заберет, смотрите. Бабац, кубок у него. Бомба. Я не взорвался хоть. Смотри-смотри, прилет как танк. Три звезды, ребят. Так, игрушечка легенькая такая, прикольная. Ладно, ставьте лайки, если еще не поставили до сих пор. Ребят, срочненько, мало лайков, почему так мало? Давайте больше. Ха, ребят, смотрите, какая прикольная игрушечка. Накачай меня, называется. Сделай меня силачом, Вадюха. Так, ребят, есть у нас какой-то Вася Пупкин, который решил заняться бодибилдингом. И надо ему помочь, ребят, в этом. Готов ли ты, Вася, подкачаться немножко? Да, Вадик, готов. Ой, а что у тебя с голосом, чувак? Ты такой здоровый, а пищишь как девка. Эй, ты, не обижай меня, а то я тебя прикокну. О, ладно, ладно, я шучу. А, ты просто, ну, какой-то такой ты необычный парень. Ладно, ребят, давайте попробуем подкачать его. Ну давай, Вася Пупкин, покажи, на что способен. О, ого, ого. Да ты метеор, ребят, он сейчас взорвется. Я думал, он взорвется, ребят. О, ух ты, другие упражнения уже. А-а-а, кто это? Кто это на него напал? Вася Пупкин, держись! Это какая-то смерть, или что это такое? Гля, что творит, Да, прикинь, прикольный чел. Так, ребят, короче, так делать нельзя. Нам нельзя попадать стрелочкой на красную штучку. Идеально на фиолетовую, тогда вообще включается... О, турборежим! Смотрите, что бешеный Васька качается. Ты прям силачевый, дружище мой. Давай, друг мой, давай. О, ребят, вот, я на фиолетовую попал. Офигеть, Васька, смотри. Васька взорвется сейчас. Да. Ставьте лайки, пацаны. И девчули тоже. Выиграли 400 монет. Бам-бам-бам-бам. Ну чё, ребята, 1000 монет у меня есть. И я могу купить здоровезную штангу. Оу! Ребят, проверим штангу. Давай, Вадюха, проверяем. И раз, и два, и три. Ух, смотри. Ой-ой-ой-ой, голова сейчас взорвется. Капец, ребят, какой он быстрый, какой он сильный. Ух, тык-тык-тык-тык-тык. Тык-чмык-пык-чмык. Давай, Васек, давай. Вася! Ух, молодец, Пупкин, молодец. Чуть-чуть не докачал, эх, ладно. 415 монет нам дали, ребят, как вам игрулечка? По-моему, the best from the best. Кстати, похоже на дай леща, да? Дай леща надо тоже скачать. Ич. Идеал, идеальный. Так. Оп, а, на фиолетовую, ребят, я попал на фиолетовую. Сектор приз. Давай, Вася Пупкин, покажи мускулы. Вот эта вот полосочка маленькая. Yes, обратно. Класс, это мастер-класс. Перекачался, Васек, перекачался. Да ты Супермен, Терминатор. Смотрите, в кого превратился наш Вася Пупкин. Какого-то монстра. Похоже на Халка. У тебя из симулятора бекон там. Помнишь? Да, мяну. Меганук, короче, здоровезный. Роблокси. Да. Конечно, спасите девушку, ребят, как же мы без нее? Она любит попадать в разные приключения. Подключаемся. Терминатор, я прибыл, чтобы поработить ваши компьютеры. Ребят, а я иду такая вся в Дольче Габбана. Опача, что тут творится? Землетрясение какое-то, ребят. Что нам поможет? Зонтик или мусорный бак? Ты думаешь? Да. Ребят, послушаю бро Роригана своего и одену мусорный бак на эту колонку. О, помогло. Красавчик Рори, дай-ка так.
Молодец. О, машина разбилась. Ай-яй-яй, что же я могу сделать? Ребят, по-моему, давайте бомбанем это все. Получилось. Мы сравняли эту машинку с землей. Какая огромная дыра. Как же мне перепрыгнуть? Мышку. Шарики или мышка? Давайте мышку, проверенный способ. Да, мышка. Малышка, мышка. О, смотри, история 5 завершена. Чмоки-чмок. Ой, как приятно. Ребят, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал Talking Tom Movie. С вами был Вадимка и Рориган, ребят. Два бандюгана, которые снимают видосики для вас, мои хорошие. Поэтому жмакай лайк, не стесняйся. И обязательно жди новых видосов. Пока.